Доброе утро, солнышко. Должен быть сегодня дождь, но потом. Пока вот такая погода, уже холодно. В общем, новости меня вообще... Я стараюсь... Я читаю каждый день новости, что происходит в Украине, но я стараюсь, насколько это возможно, не сильно расстраиваться, наверное, немножко не так, не такое слово, но я стараюсь держать себя в руках, не впадать в уныние, в какую-то панику, не в депрессии, но в отчаянии. Ну, так это уже надоело, просто слов нет, просто нет слов. Был прилет один, ну это не значит, что он только сегодня был. Сегодня был Харьков, прилет в центр, погиб 10-летний мальчик, его бабушка, его братик 11 месяцев получил ранение. Около 20 человек пострадало. Вчера, село Гроза, был прилет, 51 человек погиб. Люди пришли на поминки в кафе, куда был прилет. В селе 300 живут, и 51 человек погиб. Просто. Просто все. Ну, уже все. Ни слов, ни матюков, ничего не осталось. Я старалась при Полине ничего такого не говорить, сколько это возможно. Потому что она помнит наши 6 дней в подвале в Харькове. И мне до сих пор помнит, как это громко, как это страшно. Помнит самолеты, которые летали, как она боялась. Как она в Польше самолете боялась, самолеты боялась. Потом я как бы стараюсь при ней, типа, улыбаться. Ну вот. И стараться на эту тему не говорить. Ну, не всегда... Не всегда мне получается. В общем, берегите себя. Ездила в магаз за индюшку на суп. Там была какая-то акция. Разгребли все, что было. В общем, ничего нет. На этом весь кусочек. Ну, часть. Ну, в общем, что-то как-то на меня накатывает какая-то печалька, грусть. Я не знаю, чья погода так действует. Какая-то пятница, грустятница. Мне очень приятница. Снимала чуть-чуть у меня солнышко. Где-то там. Мы вчера трошки раньше легли. Полинка мне сегодня будет. Он там будильник зазвонил, там раз, два. Она такая: мам, это ты что, папа на работу собирать будешь будильник? Я говорю, нет, это, говорю, нам в школу. Она такая: ну, говорю, ты что, выспалась? Я говорю, да, я говорю, вставай. Я говорю, сейчас, говорю, две минутки еще подожди. Она такая меня: вставай, вставай. Вставай, пхнет меня с кровати. Я говорю, встаю, дочь, встаю. Встали, ну так прохладно. Конечно, возле школы была мамочка с лялечкой. Ну такая лялечка, наверное, годик маленькая. Сидела как игрушки. Лялька, блин, в одном бодике без шапки. О, я говорю, Поль, посмотри, какая. Я говорю, посмотри, лялечка без шапки. Она говорит, ну я же не лялечка, мне холодно. Я говорю, ну да, ты не лялечка. Вот отель, в котором мы жили. А вот там вот белая в конце. Вон, белеет. Это мы сейчас там живем. Близко. 10 минут. То, наверное, меньше. 10. Пусть будет 10. До гостишки. Вот джорный. Я вам с этими джорными уже надоела, да? Такой. Мне вроде ничего. Ну, из того, что особо денег у нас нет. На машину. На то, что хочется, у нас точно пока нет. В общем, сегодня видео про грустяшку какую-то. Грустяшку, печальку, пятница, завтра, суббота, воскресенье, погоды нет.
Чем заниматься, не очень понятно. Сережа пойдет на работу, а мы... Нет. А мы нет, мы без работы. Не хотят меня брать никуда. Хотя девчонки говорили, что они как-то где-то недели 2-3 думают. Ну, как думают, ну, вот у них раскачивающийся период у них так. А потом, ну, недели через 2-3 они могут позвонить. Ну, будем надеяться. Я не помню, когда Walmart, ой, господи, Walmart, Суперстор, не помню, когда относила резюме. А в Алкашку уж на этой неделе относила. В общем, надеюсь, верю, жду. Знаю, что Боженька мне пошлет нормальную работу, которая будет мне подходить. Пока на данном жизненном этапе будет мне походить по всем параметрам. А дальше, я надеюсь, я подучу английский. Как-то что в моей жизни поменяется. Креселка стрёмненькая. Буду проверю почту. Может, пришел конверт с этими, с чеками. Это октябрь, и в этом месяце должен быть... Должны быть климатический и налог, возврат налог. Там по $200. Ну, сильно приятно. Пошла я. Увидимся. Когда увидимся.